Тарифы на электроэнергию, газ, коммунальные услуги в 2012 году вырастут с 1 июля. Федеральной службой по тарифам для Забайкальского края установлен предел роста тарифов на 2012 год 12%. В целом же тарифы будут расти в два этапа – с 1 июля и с 1 сентября. Так, плата за холодное водоснабжение в Чите с 1 июля с учетом НДС составит 14 рублей 70 копеек за кубометр, а с 1 сентября уже 15 рублей 32 копейки. По сравнению с нынешними 13 рублями 62 копейками, к 1 июля кубометр холодной воды подорожает почти на 2 рубля. Горячее водоснабжение будет обходиться еще дороже. Вместе с подогревом воды плата за кубометр с 1 июля составит 60 рублей 95 копеек, а с 1 сентября 61 рубль 57 копеек. Цена в настоящее время 54 рубля 92 копейки. Цена за водоотведение подрастет с 7 рублей 8 копеек до 7 рублей 93 копеек к 1 июля и до 8 рублей 32 копеек к 1 сентября. Плата за тепло к 1 июля составит 22 рубля 33 копейки за 1 квадратный метр и в сентябре дорожать не будет. Сейчас плата за тепло составляет 19 рублей 94 копейки за 1 квадратный метр. Электроснабжение в пределах социальной нормы 65 киловатт подорожает с нынешних 1 рубля 92 копеек до 2 рублей 4 копеек с 1 июля. Сверхсоциальной нормы тариф вырастет с 3 рублей 19 копеек до 3 рублей 38 копеек. С 1 июля и в сентябре увеличиваться не будет. Газоснабжение также подорожает в один этап с 29 рублей 14 копеек за кубометр до 33 рублей 82 копеек.